чебоксарских школах планируют внедрить единое меню. За и против взвешивал родительский совет города. Первые и вторые блюда – салаты. Каждого по несколько видов. Попробовать новое меню собрались родители учеников всех столичных школ. В принципе, я всеми довольна. Вторые блюда вкусные, салаты очень вкусные. Борщ я попробовала. Немножко, конечно, он сладковат, но он правильно приготовлен по технологии. Нету жира, нету лишнего ничего. И уксуса нету, что очень полезно для детского здоровья. Ну и вот картошка, все мне нравится. Я бы порекомендовала эти блюда для единого меню. А по разнообразию мне понравилось. Дома, на самом деле, так разнообразно не готовят большинство. Ну, какую оценку дадите сами? 5. Мне нравится. Попробовали? Да. Ну, не все, но то, что попробовала, мне нравится. Вкусно, а главное – полезно. Специалисты разработали сбалансированное меню на 12 дней. Его составляли с учетом мнения самих школьников. В рационе 8 видов супов и 9 разных горячих блюд. Родители идею единого меню поддержали, стоимость питания от этого не изменится. Напомним, для учеников младших классов сумма равна 75 рублей в день, для старшеклассников – 85.